Всем привет. Меня зовут Павел, и я программист. Это Александр, мой коллега. Мы из музея Яндекса. Это музей истории компьютерной техники. Сейчас у нас два помещения. Одно в Москве, другое в Санкт-Петербурге. Мы проводим экскурсии, рассказываем про, собственно, наши экспонаты, проводим семинары, проводим конкурсы, ретрокомпьютерные мероприятия. А сегодня мы хотим рассказать о том, кто мы такие, откуда все это взялось, как мы дошли до жизни такой. На самом деле началось все довольно давно. Я пришел когда-то на работу в Яндекс давным-давно, еще в старый офис на Самокатной улице. И первое, что я там увидел, при входе был стеклянный шкаф с какими-то старыми железками. Меня это, честно говоря, очень вдохновило. Но разглядывать его я постеснялся, потому что я был стажером, а вы там видите, где стул, сидел строгий охранник, я его напугался и пробежал. Шкаф с железками здесь на эту фотку не попал, он левее от входа. Как впоследствии выяснилось, там железки, которые там были, среди прочего, это был первый сервер Яндекса и всякое такое. В общем, это был шкаф с историческими по отношению к Яндексу вещами, и назывался он тогда тоже музеем. Но это был буквально один стеклянный шкаф. Впоследствии при переезде в другой офис его не стали воспроизводить, но на самом деле интерес сотрудников к истории, к своей, к истории вычислительной техники никуда не девался. И в целом почва к этому интересу была благодатная. В Яндексе в разное время работали и работают многие известные и в этой среде люди, такие как Роман Гороховецкий, Роман Миндлин, Тоха Карпов, Александр Стрелец, ну и много людей, которые здесь менее известны, но которые тоже интересуются историей компьютерной техники, для которых это все не пустой звук, которые помнят компьютеры, с которых они начинали, и для которых это все еще по-прежнему дорого. Один из таких был, собственно, и я. Я начинал с БКшки, я не очень многого достиг, но БКшка навсегда осталась в моем сердце, это потом переросло в интерес в целом к PDP-11, оттуда к юниксовым машинам, и я сидел, значит, в своем углу и коллекционировал юниксовые рабочие станции. Как впоследствии выяснилось, таких людей, как я, у нас было немало. И вот однажды в 2017 году во внутренней флудилке образовалось обсуждение. Один коллега купил альфа-сервер, вот который вы видите на экране, и пришел, собственно, в флудилку спросить, нет ли у кого полезных запчастей. Ему нужен был скозевый CD-привод, что-то еще. Я пришел туда и я, мы стали общаться, пришло еще много разных людей. Оказалось, что таких людей, которым все это дело интересно, много. И среди прочего оказалось, что один из энтузиастов ретро-компьютеров — это наш тогдашний технический директор Михаил Парахин. И, соответственно, в ходе вот этого флуда возникла мысль, а отчего бы не просто обсуждать это в рассылке, а почему бы не завести музей компьютерной техники, если найдется кто-нибудь, кто готов за это отвечать. Я скажу честно, я тогда не понимал, сколько это работы, но подумал и понял, что судьба два раза спрашивать не будет, и немедленно согласился. При этом... При этом было понятно, что надо сначала попробовать. Вообще, для меня это первый музей, у меня нет опыта изготовления музеев. Надо было начинать с чего-то малого, и в качестве первого шага я решил попробовать сделать сначала музей для, ну, внутри, потому что помещение — это самое сложное на самом деле. Я отдал всю свою коллекцию. Какие-то еще коллеги стали тоже приносить свои компьютеры. Что-то я докупил. И осенью 2017 года мы открыли небольшое помещение с и вот теми вещами, которые когда-то на Самокатной были в шкафе с сувенирами, с какими-то историческими экспонатами про Яндекс, ну и с небольшой интерактивной коллекцией компьютеров. Попасть туда можно было любому сотруднику без проблем, а снаружи нужно было договариваться. Тогда же Антон Карпов предложил мне впервые пообщаться с РТС, который тогда как раз
возникал, с Мехру мы разговаривали, он этого, может быть, не помнит, потому что это было такое довольно мимотечное, мимолетное взаимодействие. Я тогда считал, что нам здесь нужно обойтись своими силами, и поэтому, собственно, с РТС у нас на этот момент ничего не возникло. Но сразу было понимание, что мы не хотим делать музеи вот просто для своих, музеи для сотрудников, в которые нельзя попадать. Хотя, конечно, кто-то и снаружи попадал, я водил какие-то экскурсии, кто-то предварительно записывался, что-то такое было, но это было не то, чего хотелось. Хотелось делиться любовью к истории компьютеров с всеми, кто этого хочет. Поэтому образом таким вот результата, образом, к которому мне хотелось прийти, всегда был общедоступный музей, в который может попасть любой, в котором техника будет доступна для взаимодействия, будет включена, с которой можно будет взаимодействовать, вход, в который будет бесплатным, это для меня были очень важные принципиальные вещи. И сразу же, как только мы продемонстрировали, что это все работает, что интерес, по крайней мере, внутри есть, стали думать о том, как это расширять и как это сделать публично доступным. Тут. Да. И, как я уже вкратце упомянул, на самом деле самое сложное это, для меня, по крайней мере, оказалось помещение. Оказалось, это организация этого всего. Дело в том, что музей — это же не только компьютеры собрать, поддерживать их в рабочем состоянии и следить, чтобы они функционировали. Это не только рассказывать про них. Но чтобы это все было доступно и работало, вам нужно сначала помещение подготовить, отремонтировать, закупить мебель, обеспечить охрану, обеспечить видеонаблюдение, чтобы там ничего не ломали. Обеспечить уборку, в конце концов. И я начал понимать, что это как-то очень много. И я с этим один не справляюсь. В этот момент оказалось, что параллельно другая совершенно группа, со мной никак не связанная, готовит к открытию магазин с сувениркой. И мне предложили попробовать с ними пообщаться. Эта мысль мне сразу очень не понравилась, потому что где музей, где магазин, как-то вот эта вот смычка с какими-то коммерческими вещами мне показалась сразу какой-то неприятной. Но по здравому размышлению я понял, что либо я сейчас пойду и сделаю вместе с музеем, с магазином, либо сделаю так, как мне нравится, когда-нибудь, вообще непонятно когда, а может быть никогда. Поэтому я пошел все-таки с ним пообщался, познакомился. Люди оказались, на самом деле, очень приятными, и все мои предубеждения оказались зряшными, нарочными. И весной 2018 года мы были уже готовы открываться на новом общедоступном месте, собственно, где сейчас Московский музей и находится. Собственно, получается, команда магазина взяла на себя вот всю ту деятельность по поддержанию функционирования помещения, по всей этой операционной текучке, без которой, на самом деле, ничего бы не было. Примерно в это же время, благодаря Саше Стрельцу, я познакомился с Виктором Боевым. Это, наверное, многие из вас его знают, это очень крупный, известный коллекционер. У него огромная, очень интересная коллекция с основным фокусом на советскую технику. Я съездил к нему, пообщался, и мы постарались найти взаимно интересные форматы сотрудничества, потому что к этому моменту я понимал, что своя коллекция — это хорошо, но для того, чтобы увеличивать взаимодействие с людьми, которые этим интересуются, нужно уметь и взаимодействовать с частными коллекционерами, нужно уметь делать тематические выставки, нужно уметь приглашать частных коллекционеров выставиться у нас. И вот Виктор стал таким первым и очень важным для нас партнером музея, который у нас, собственно, и выставился прямо с момента открытия нового помещения в мае 2018 года. Поэтому у нас была такая вот тематическая выставка советской вычислительной техники. И с Виктором мы сотрудничали почти 2 года. В это время, соответственно, к нам начинают ходить все желающие. Я провожу экскурсии. К сожалению, получается, это у меня не все время, потому что у меня есть еще основная работа программистом. Я провожу там примерно 1 экскурсию в неделю. Все остальное время люди могут просто приходить, смотреть сами, что-то пытаться самостоятельно разбираться.
Это уже большой шаг вперед, но это опять не то, чего хочется. Хочется намного больше, более тесного взаимодействия с аудиторией. И мы начинаем понимать, что нужны люди, нужны сотрудники, которые будут постоянно заниматься музеем, а не как я, набегами, которые будут 100% своего времени посвящать музею. И к концу, в декабре, кажется, 2018 года, мы наняли двух человек, один из которых, вот Саша Шмелев, сидит сейчас рядом со мной. И это, конечно, наверное, самый главный шаг был в истории, потому что с этого момента все завертелось. Наверное. Теперь я расскажу коротко. Я работаю в музее Яндекса, провожу экскурсии, участвую в подготовке мероприятий, думаю о коллекции, ищу какие-то экспонаты для этой коллекции, потом пытаюсь это все отремонтировать, найти для этого программное обеспечение, общаюсь с какими-то другими коллекционерами, просто интересными людьми, ищу кого-то, кто сможет у нас выступить и рассказать об этом. Действительно, я пришел в конце 2018 года. Мне скинули ссылку на объявление о поиске таких сотрудников. Я подумал и согласился. И оказалось, что... Мне кажется, что не зря я так сделал. Мне нравится все. Вот, коротко расскажу о том, что у нас происходило в 2019 году. Тогда музей резко рванул вперед. И мы много всего сделали за 2019 год. Прежде всего, громко себя заявили как музей. Весной 2019 года поучаствовали в Ночи музеев. Всю ночь до раннего утра проходили быстрые экскурсии, прям друг за другом группы. Экскурсия по музею была минут 15, наверное. Параллельно шли лекции и турниры. Всего там примерно 1500 человек, наверное. Все. Когда мы заявлялись на Ночи музеев, мы абсолютно не понимали, придет ли к нам 10 человек или 100 человек, сколько будет вообще, ну, это невозможно было прогнозировать. В итоге мы работали до 6 утра, и к нам все это время стояла очередь. Это было очень удивительно, очень приятно, но, ну, в общем, стало понятно, что прям какому-то заметному срезу широкой публики ретро-компьютерная тема очень интересна. Это для меня лично стало важным открытием. Ну вот как раз видны фотографии с лекцией, с экскурсией, как лекции проходили, и игровые турниры. Далее, в этом же году мы поучаствовали в House Constructions, выехали со своим стендом. Часть экспонатов привезли с собой, какие-то наш исторический первый сервер или Эльбрус, самый мощный компьютер нашего музея. Часть экспонатов мы купили, и они приехали к нам сразу на выставку. Тогда, к сожалению, Commodore PET не заработал, но через какое-то время мы его все-таки подняли, теперь он у нас работает. Вот, так выглядел наш стенд, и это во время работы на стенде. С помощью сообщества мы подумали, решили сделать какой-то свой ретро-фестиваль. Обратились за помощью к сообществу, сообщество нам помогло, и так появилась демодуляция, которая прошла очень хорошо. Проходила она осенью 2019 года. В сентябре. И параллельно шли турниры, параллельно шли лекции, выставка компьютеров, на которую разные коллекционеры привезли свои компьютеры. Вот она, кстати, выставка, ну, лекции. Плюс проходил интересный мастер-класс, где можно было собрать как компьютер, ну, клон компьютера Apple I. Из того, что впоследствии повлияло на жизнь музея, именно там, ну, при подготовке к демодуляции, мы познакомились с Олегом Сениным, который впоследствии присоединился к нашей команде, что, конечно, тоже очень важно для нас. В том же 2019 году у нас проходила серия лекций «Вечера в музее Яндекса». Как раз упоминали лекцию Геннадия Вадимовича Зеленко и Сергея Николаевича Попова о истории компьютеров «Радио 86РК» и «Микро 80». Запись доступна. Советую посмотреть, если не смотрели. По-моему, интересное получилось. Да. Наконец, в конце года мы подвели... До этого мы объявили конкурс на разработку игр для компьютера ZX Spectrum, а в конце года подвели его итоги, и жюри как-то высказало свое мнение о этих работах.
и провели награждение. Фотография с награждения. А конкурс в 2019 году позволил опубликовать 19 новых игр для Спектрума, причем не только для российских энтузиастов, но и за рубежом. Прям эффект разорвавшейся бомбы, потому что за короткий миг плюс такое большое количество новых игр, это было очень классно. А следующий год, 20-й. Очень год получился насыщенным. Как у всех, наверное. Мы сидели дома, нас всех отправили по домам, и появилось время для работы над собственной коллекцией. О собственной коллекции большой мы думали всегда, плюс хотелось не... У нас помещение небольшое, и не получается как-то в замороженном состоянии держать экспозицию очень долго, она становится скучной. Появились идеи поменять экспозицию, появились свои компьютеры, какие-то идеи, и решили все-таки ее поменять. Вот. В итоге... В целом понимание, что мы хотим сменять экспозиции, было всегда. Да, вот, к этому моменту мы дозрели. И... Да. И, собственно, тогда мы расстались с Виктором. Виктор пошел своей дорогой, мы своей. Наша новая экспозиция тоже в значительной степени тематическая и посвящена домашним компьютерам 70-х, 80-х. Да. Мы выбрали какие-то знаковые модели. Там нет каких-то прямо редкостей, просто знаковые модели. Но эти модели со всего мира, и есть возможность прийти к нам в музей и поработать за ними. Вы, в принципе, можете легко их найти на eBay, иногда они на Авито светятся, но вот так вот возможность прийти и поработать, наверное, не у всех есть. А это достаточно интересная такая фишка. Вот, фотографии, как мы готовили нашу коллекцию. Здесь вот такая батарея PVM-ок. Особенно, мне кажется, это важно для людей, которые, может быть, начинают свои шаги в... интересе к ретро-тематике, к ретро-компьютерам, у которых, может быть, еще нет достаточного опыта для того, чтобы что-то такое закупить и привести в рабочее состояние. Вот это, на самом деле, мне кажется, очень важной составляющей нашей задачи. Ну и теперь появилась новая мебель, уместили больше экспонатов, чем было, и коллекция приобрела какой-то такой вид. Законченный логичный вид. Также в 2020 году у нас появился еще один музей в Петербурге. Музей в Петербурге у нас находится на Невском проспекте. Если в Москве к нам приходят, чаще всего люди специально к нам приходят, они знают, зачем идут, очень редко бывают какие-то мимо-крокодилы, то на Невском это большой поток людей и чаще всего иногда совершенно случайно. Ну, вы представляете Невский. Вот. Поэтому музей у нас занимает такую достаточно небольшую часть магазина. Но мы решили посмотреть, как это все будет работать, как люди к этому отнесутся, как экспонаты будут переживать гостей. И как раз Питерский музей в самом начале. Дело в том, что многие вещи мы делаем на ощупь. Мы заранее не понимаем, как это все выстрелит, опять же, потому что мы не музейщики по своей природе, по там, своему опыту. Мы, например, абсолютно не понимали, как вот эта самая другая публика на Невском отнесется к выставке ретро-компьютерной техники. Но при этом нам было интересно попробовать повзаимодействовать с этой новой аудиторией. Не только с теми, кто вот идет... целенаправленно зная, зачем идет, но и с теми, кто ничего об этом, может, не представляет или что-то смутно помнит из детства. С такими людьми нам тоже интересно работать, тоже как-то пытаться вовлекать их в то, что интересно нам, что мы любим. Поэтому, да, поэтому мы открылись там, где открылись, и поэтому для начала мы открылись в очень небольшом формате, потому что вообще не понимали, а не разнесут ли нам все это за неделю. Люди с соседней улицы Рубинштейна, например. И когда казалось, что нет, не разносят, и напротив, к нам и начали приходить целенаправленно, у нас постоянно там была высокая загруженность, мы поняли, что это надо расширять.
Забавный факт расскажу. В первый день открытия кто-то на Commodore 64 на Basic написал программу, которая рекламировала какое-то онлайн-казино. Просто по экрану вот надпись с адресом сайта бежала. На Невском приходится внимательнее следить за компьютерами. Также в 2020 году попробовали интересный формат временных выставок к концу года. Выставка мобильных телефонов, причем мобильные телефоны живые. Самый старый телефон у нас был Nokia P30 88 года. И самый современный Яндекс-телефон мы взяли как такой, как современный 18 года. Телефоны, GSM-телефоны с симками были, можно было попробовать позвонить с одного на другой. Ну, понятно, что с аналоговыми такое не получалось. Выставка прям очень хорошо зашла людям. Очень много отзывов. До сих пор иногда приходят в музей люди и спрашивают, а где у вас выставка? Причем выставку и в Питере, и в Москве проводили. Ну и, наконец, демодуляция. Очень долго в 2020 году думали, как демодуляции, как проводить демодуляцию. Работали в офлайн, в сторону офлайн, но вот эти вот коронавирусные ограничения все-таки заставили провести ее в формате онлайн. И демодуляцию также мы совместили с награждением победителей конкурса Яндекс Retro Games Battle. При этом мы не будем соединять эти два мероприятия. Это все-таки остаются отдельными. Вот так вот просто в 2020 году получилось. Стечение обстоятельств такое, да. Для нас два раза. Что было на демодуляции? Главным гостем был Джон Ромеро. Он поотвечал на вопросы и поиграл в игру «Победитель» конкурса Яндекс Retro Games Battle. Комментировал, да, ее. Да. Во время фестиваля проходили конкурсы компьютерного искусства. И работ было не очень много, но было достаточно интересно. И члены жюри конкурса Яндекс Retro Games Battle рассказали свои впечатления о играх победителях. Смотрим дальше. Расскажем, что у нас происходит сейчас и что будет в будущем. 2021 год. В начале года мы запустили совместный проект с музеем советских калькуляторов. У нас теперь в музее в Москве постоянная выставка советских калькуляторов Константина Галоты. Некоторые модели мы включаем, постоянно держим включенными, чтобы индикаторы не умирали. А так некоторые модели можно включить и попробовать с ними поработать. Плюс есть планшетный компьютер, где какую-то дополнительную информацию, дополнительные фотографии можно посмотреть. Всего полгода прошло, и мы расширили, увидели, что есть отклик на питерский музей, и почти в два раза увеличили коллекцию в Питере. Здесь вот как раз рабочая фотография. Олег Сенин сидит, что-то паяет. И стали записывать туда на экскурсии. Да, появились экскурсии. Была только работа с спонтанно пришедшими людьми. Теперь мы и там тоже проводим экскурсии. Ну и как выглядит сейчас музей? Можно перемотать назад и... В этом году, кстати, в «Ночи музеев» мы тоже поучаствовали и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Как выглядел музей раньше, питерский? Как он выглядит сейчас? Заметно увеличился. Недавно прошел, буквально в прошлые выходные, прошел гик-пикник, и удалось вместе на одном стенде поучаствовать с сообществами ГБХ и РТС. Прям очень понравилось, очень хорошо. Проходили турниры и по Mortal Kombat, и даже турниры по Excellon. До этого я раньше не думал, что по Excellon можно проводить турниры. Оказалось, что можно, я даже сам несколько провел, прям интересный такой опыт. В этом году демодуляция будет. Пока не совсем понятно, в каком формате. Мы готовим оба формата, и офлайн, и онлайн. Мы очень хотим офлайн. Но если случится что-то очередное, непредвиденное, то мы на всякий случай готовим и онлайн. Демодуляция состоится 27 ноября. Ну и, наконец, коротко про будущее. Иногда приходят гости и спрашивают, а почему такой музей у вас небольшой в Москве? Мы ждем появления,
нового офиса Яндекса, где у нас будет в разы больше пространства, больше экспонатов, больше всего выставленного интересного. Строительство уже началось, но это дело не месяцев, прям скажем так. Спасибо. А если вы как-то хотите с нами посотрудничать, здесь вот есть контакты, пишите, приходите. Мы открыты к сотрудничеству. Советуете. Каждый день, кроме понедельника. Да. По крайней мере, пока, кроме понедельника. Спасибо.